17 марта Комитет по противодействию ксенофобии провел очередное заседание в Центре по изучению и преподаванию истории Холокоста и геноцидов. Благодарю вас за интерес к нашему центру, то, что вы пришли сюда, достаточно уважаемые люди. И очень рассчитываем на помощь различных организаций, да, и чёрт, индивидуума, которым вот наша работа нового центра с программами, мы не зацикливаемся на каких-то намеченных сегодня задачах и рады будем сотрудничеству. Нам много рассказали о очень значимой работе этого центра, ну и мы обсуждали текущие вопросы, связанные с подготовкой конференции по Украине, с нашим традиционным уличным мероприятием, связанным с депортацией крымских татар. Следующее заседание пройдет в другой национальной общине, например, в Курском центре.